Прежде чем исполнить песню, я, наверное, скажу, как для меня началась война. Война для меня началась со смерти моего отца, а потом отступление наших войск, приход немцев, я был в оккупации. Потом опять пришли наши, освободили. И на второй день после освобождения для населения, которое почти все сгорело, весь населенный пункт наш сгорел, районный центр Курсавка между Каменводами и Невиномышском. Для нас сделали концерт. Какой-то умный человек для населения этого забитого, выпавшего из подвалов, сделал великолепный концерт. Это незабываемый для меня был день, потому что на грузовиках вышли артисты и для населения нашего измученного исполнили «Священную войну», задорные русские песни. На дубу сидит ворона, кормит вороненочка. В какой-нибудь разинется мою миленочка. Зачем было увлекаться? Ох, когда знал, что расставаться. Как на улице мороз подмораживает, парень девушку целует, привораживает. Прощай, милый, до свидания, ох, не забудь моего страдания. Меня, милый, не узнал, пень березовый я обнял, думал, фокс розовый, а это пень березовый. Вся моя жизнь связана с самодеятельностью, вся моя жизнь связана с сочинением песен, с любовью к этому. И в Афганистане я 3 года отвоевал. Но я сейчас буду петь не афганские песни, конечно. Я волнуюсь, иду как в атаку, так что вы меня простите. Была зима, мела метель, кружила вальс. Был первый взгляд, и он связал навеки нас. Я вспоминаю все былое вновь и вновь. И не поверю, что ушла от нас любовь. Не надо слов для оправдания, упреков горьких и обид. С тобой прошли мы испытания, но наш очаг огонь хранит. И на седом пороге нашем я не устану говорить, что нет тебя на свете краше. Я обречен тебя любить. Моя судьба, моя судьба, звезда одна. Была война, не разлучила и она. И если вдруг на нас упала злая тень, переживем и снова будет ясный день. Позвольте мне сказать.